Здравствуйте, с вами снова Фантом. Серия «Заметки о магнитостатике». В силу независящих от меня причин пришлось приостановить до поры работу с темой теплохолода. Однако, поскольку остановка – это гибель для живого, то начинаем новую серию. Видео будет о магнитах. Признаюсь, ранее никогда плотно заниматься магнитами не приходилось. Использовал на бытовом уровне и не более. Однако, когда некоторое время назад случился бум на магнитные двигатели, зрители начали обращаться ко мне с просьбой прокомментировать реальность той или иной конструкции из видеороликов. Рекомендовали одну или другую конструкцию, как точно-точно работающую. Посмотрел много видео, послушал комментарии. И вот такие тоже. И вот такой бредятиной? Прости, Господи, забит весь интернет. Даже потратил некоторое время на сборку копий с предсказуемым результатом, естественно. Неплохо повеселился и лишний раз подтвердил правило, что в подавляющем большинстве опубликованных видео имеют целью сбор средств с показа рекламы, ну или поиск пожертв. В результате большинство рассчитывает на вау-эффект, не пытаясь помочь кому-то разобраться в вопросе или поделиться с кем-то знанием. Однако, как ни странно, темой в результате заинтересовался сам. Захотелось разобраться в вопросе, можно ли извлечь что-то из силового действия постоянных магнитов. Однако, если уже заниматься темой, то надо делать это всерьез. Как-то нет желания походить на авторов показанных выше отрывков видео. Целью серии поставим провести серию опытов и поделиться со зрителями результатами исследований. Как минимум, тем самым мы уменьшим пробел в знаниях, необходимых для принятия осмысленного решения о возможности или невозможности получения результата по теме магнитных двигателей. А как максимум, попробуем получить новые знания в области магнитостатики, потому как онные знания, похоже, находятся в явном дефиците. По факту, по теме постоянных магнитов в широком доступе находится не так много информации, выходящей за рамки школьного курса физики. В серии будет много экспериментальных данных по физике статических магнитных полей и их силового взаимодействия. Будут даны ссылки на блог с архивом описания принципов работы измерительных комплексов, таблиц, графиков и остальных данных, полученных в результате измерений. Будут опубликованы уникальные экспериментальные данные, которые мне не удалось найти в других источниках. В общем, постараюсь, чтобы было интересно. Смотрите продолжение в следующем видео. Благодарю вас за внимание. С вами был Фантом.